Студенты медицинского института СПО отделения «Сестринское дело» на базе 9 классов представляют образовательный проект «Медицина будущего». Тема «Психостения». Предмет «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях для студентов отделения «Сестринское дело» на базе 9 классов». Выполнила. СПО медицинского института, отделение «Сестринское дело» на базе 9 классов, группа 4СД4, Припачева Анна Алексеевна. План. Что такое психостения? Причины развития, виды, симптомы, профилактика, выводы. Что же такое психостения? Психостения – это расстройство психологического характера, которая характеризуется бессилием и снижением силы душевных качеств человека. Человек, страдающий этим недугом, не может похвастаться хорошей самооценкой. Психостеник мнителен, чрезмерно строг к себе и требователен к окружающим его людям. Близкие, друзья и родственники больного часто страдают, так как подвергаются его гиперопеке. Причины развития. Очевидных причин для подобного расстройства ученые пока не выявили, но есть предположения о провоцирующих факторах. Первое – стресс. Второе – нарушение режима работы и отдыха. Третье – пагубные привычки. Четвертое – нарушение в работе эндокринной и центральной нервной систем. Пятое – гиподинамия. Шестое – гиповитаминоз. Седьмое – негативная экологическая обстановка. Официального разделения психостении нет, но принято считать две патологии – тревожные, клоняющиеся, и ананкастные, обсессивно-компульсивное расстройство личности и ее подвидами. При ананкастном расстройстве личности люди склонны к постоянному возникновению навязчивых мыслей. Например, думают, выключили ли они электроприборы, закрыли ли дверь, взяли ли все необходимые и тому подобное. Такие личности склонны к различным фобиям, возникновение которых может происходить по абсолютно любой причине. Также больные с ананкастным расстройством личности обычно очень дружелюбны и преданы с близкими ими людьми, но при контакте с посторонними они ведут себя совершенно безэмоционально. Для людей, которые имеют тревожное расстройство личности, характерна боязнь любой критики в их сторону. Больных с таким видом психостении нужно постоянно поддерживать и приободрять, давать полезные советы и аккуратно направлять к цели. Ни в коем случае нельзя критиковать или обвинять в чем-то, они и так делают постоянно сами. Также они больше всего подвержены депрессии, поэтому всегда необходима поддержка со стороны родных и близких. Симптомы психостении достаточно сложно отличить от других психопатологий, но характерными чертами болезни являются: первое, постоянный психоанализ, затрудняющий жизнь человека и его контакт с обществом. Человек постоянно обдумывает свое поведение, мысли, слова, в результате чего кажется невнимательным и рассеянным. Второе, тревожность. Третье, повышенная чувствительность. То, на что психически здоровый человек не обращает внимания, психостеник воспринимает как большую проблему. Он длительно и глубоко переживает все мелкие неприятности, которые имеют место в жизни абсолютно каждого человека. Четвертое. Трудности в общении. Психостеник не хочет контактировать с посторонними людьми и хорошо чувствует себя только в обществе близких. Пятое. Сбой в концентрации внимания. У психостеника часто болит голова, что существенно отражается на его работоспособности. Кроме того, его бедантизм заставляет постоянно все раскладывать по полочкам, перепроверять, что приводит к чрезмерной мозговой активности, которая тоже не способствует концентрации внимания. Шестое. Проблема со сном. Лечение. Используется медикаментозное, психотерапевтическое лечение. Его назначает врач-психиатр. Не рекомендуется длительный отдых и бездействие, так как они приносят пациенту вред.
если нет серьезных сопутствующих заболеваний и позволяет физическое состояние, рекомендуется строгий трудовой режим. В борьбе с навязчивыми мыслями и идеями хорошо помогают занятия спортом, путешествия. Спорт не обязательно должен быть профессиональным. Это может быть фитнес, гимнастика, любые физические упражнения. Как больной будет заниматься спортом сам, в группе, в зале или дома, значения не имеет. Профилактика. Что касается профилактики психостении, она касается создания благоприятных условий в среде пациента. Необходимы и духовные, и материальные условия. Самая главная роль отводится семье больного. Любовь, поддержка, понимание близких – вот то, что нужно психостенику для продуктивной адаптации в социуме. Также на пользу пойдут путешествия, экскурсии, интересные занятия и хобби. Жизнь пациента должна быть насыщенной, но без перегрузок. Важно! К сожалению, полностью вылечить патологию нельзя. Психостеник навсегда останется таким, какой он есть. Терапия лишь может помочь ему усилить душевные качества, слегка уменьшить проявление клинических симптомов, но избавить от них пациента навсегда невозможно. Психостения – это достаточно сложное состояние человека, все нюансы которого полностью еще не выяснены. Некоторые специалисты считают это расстройство заболевания, а другие придерживаются мнения, что психостения – это особенность нервной деятельности. Но тем не менее, заболевание требует коррекции как медикаментозной, так и психологической. Терапия значительно облегчит человеку нахождение в социуме и повысит качество его жизни. Психостения не дает человеку жить нормальной, полноценной жизнью. И если своевременно не принять нужные меры, все может закончиться тяжелыми расстройствами психики. Спасибо за внимание.